Сегодня, в воскресенье 19 марта, Висагенский хоккейный клуб «Висагенос» впервые участвовал в товарищеском матче с поневежским «Реклей». Этот матч показал, что игры на любительском уровне в Латвии дали нашей команде определенный заряд мастерства и опыта. Висагенос сразу обозначил свое преимущество, забил несколько шайб, по ходу игры увеличивал свое преимущество, но в концовке немного расслабился и пропустил несколько шайб. Итоговый счет 12-5 в пользу Висагенос. Надо сказать, что соперник не имеет пока достаточно игровой практики, но обладал большим желанием научиться играть и выигрывать в хоккей. Благодарим соперника за хорошую атмосферу, гостеприимный прием, ведь все расходы за лед и судейство они взяли на себя. Также в следующем репортаже мы поделимся информацией по поводу строительства и эксплуатации Поневежской ледовой арены. Из первых уст администратора ледовой арены и ее работников вы узнаете, при помощи каких средств это удалось осуществить всего 2 года назад, оправдал ли проект ожидания и насколько популярен среди жителей Поневежского района. Одна из ключевых игр сезона пройдет 24 марта в Даугавпилсе, где Висагенос будет играть с командой «Бастионс». Нам для выхода в плей-офф Кубка Лиги необходима только победа. К ней и будем готовиться.